детей, который открывается только один раз. Поймешь, что ты... Я еще раз говорю, если ты присылаешь ей в розовой соцсети, там где-то, которая открывается, понятно тебе? Что ты со мной так не будешь общаться? Буду так общаться, если ты будешь так со мной взаимно. Как можно про любовь говорить? Я не могу это слушать. Как можно при всем этом говорить, что ты улюбишь? Я не могу понять. Ты что? Как можно? Я не могу понять. Ты во мне... Ну потому что у меня были очень многие разговоры, когда мы сидим, когда мы лежим в кровати, он приходит ко мне и говорит: солнышко, я тебя люблю, я тебя кляну, что я так больше не буду, дай мне еще один шанс. Я как дура